Всем привет! Сегодня я покажу строительный совет для ячеистого стола. Из арматуры, в данном случае это арматура восьмерка, согнута вот такая вот конструкция. Вот таким вот образом устанавливается. Вот таким вот образом устанавливается, фиксируется. И вот так вот устанавливается мешок для мусора. Мешок всегда открыт. Рамка довольно-таки жесткая получается. Позволяет нам работать на столе с какими-либо материалами. И тут же обрезки скидывать в мешок. Не знаю за счет чего. Но держится мешок довольно-таки плотно. Раньше использовал прищепочку или струбцину. Но не совсем удобно, когда работаешь с какими-либо листовыми материалами. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.